Слишком быстро игру нашло. Я вышел из душа, хотел поесть. То оно ищет больше часа, то оно находит моментально. Ну, нормально, скрытый пул, как обычно. У меня нету ни единого шанса выиграть, то есть нытье и оффстрима. Вы видите пик, там нету шанса выиграть, там никто не выиграет. На моем месте никто эту игру не выиграет. Туда же, блять, 20-0 не выиграть, кстати. Сразу вам говорю, если вы думаете, что это можно выиграть при равном скилле команд, то вы кончите. Какой интерес, блять, где мотивацию брать, знает. Когда я заходил в игру, у меня было отличное настроение. Но я не смог поиграть. Что мне еще делать, кроме как ныть, если... Это единственное, что можно делать в такой игре. Бля. С ебучими скрытыми пулами нет смысла играть, блять. Просто нет смысла. И снова у меня стрик, уже 5 побед подряд. Я плачу и молю Гейба, чтоб не было 5 подряд лузов, но... На твои баллы, их не 5, а, блядь, 16. Где же 50%? Как винрейту добиваться? Я же просто хотел выиграть, нахера кидать не рака? Дайте выйти. Нету денег на смурфаки. Я проиграл игру счетом таким, что вам и не снилось. Сделал рампаку на 17-й минуте. За что мне все это, ну скажите на милость. Сколько б я ни старался, все равно мы в конце сливаем. Стил бы нахуй я своих тиммейтов, но эти мудилы тупо откисают. Слив, 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 слив. Слив, блять, опять слив, 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 слив. Заебал! Дайте, пожалуйста, мне победить. Вы же видите, как я стараюсь. Но опять нашлась катка за 10 секунд. Я не плачу, я так улыбаюсь. На поебалу слил подряд 15 каток. Скрытый пул, пошел я нахер. Пойду в туалете плакать. Я же шпана, с вами Хентай. Репостите это видео всевозможным тиммейтам, знакомым и т.д. Комментируйте, лайкайте, пересматривайте это видео по несколько раз. Идеально будет, если это видео увидит Курсет, Травоман, Гэнди, Стрей, Серега Пират, ну и, конечно же, Папич. И другие. Вам же аригато займас за просмотр. Ждите новое какое-то видео через неделю. Ходят слухи, что если подписаться именно на мой YouTube канал, то Габен запишет тебя в белый список людей, которые не будут попадаться в скрытый пул. Проверено уже моими подписчиками. Кстати, подписчики, напишите, у кого нету скрытого пула, благодаря мне, да. Также подписывайтесь на все мои соцсети, которые есть в описании, Дитько, пишите комментарии, так как я их все читаю и отвечаю на них, кстати, все тоже. А с вами был я, Хентай. Сука, Клава, за 4000 гривен. Кчау! Хватит на сегодня. Это знак. Это знак, что на сегодня хватит.